Карамба ТВ представляет. Здорово, пока мы не начали, чтобы я не забыл, совсем скоро выходит новое шоу с моим участием, я ведущий. В общем, оно называется «Караоке Киллер», будет на канале Ю с 18 марта в 21.00 каждый день, кроме выходных. В общем, смотрите и радуйтесь жизни. Все мы знаем о вреде наркотиков. Все мы знаем, что люди творят очень ужасные и странные вещи под их воздействием. И все мы, конечно же, видели кучу разных видео с упоротыми чуваками. Так вот, в этот раз произошло огромное недоразумение. И я считаю своим долгом восстановить репутацию и очистить доброе имя нашего персонажа. И сейчас вы в этом сами убедитесь. Он под наркотиками. Он под наркотиками. Какими наркотиками? Стой. Не, ну реал. Какими наркотиками? И если вы думаете, что вот эта его выходка вызвана воздействием психотропных веществ, вы ошибаетесь. Просто молодой человек был настолько возмущен таким оскорблением, что просто решил передразнить обидчиков. Какими наркотиками? Вот все и сложилось. Теперь понятно, почему дед пытался его остановить. Он просто хотел попросить прощения. Кстати, я заметил один очень крутой комментарий, он дико в тему был. Но сначала вы должны еще раз посмотреть это видео. Какими наркотиками? Джек Воробей. Стоп. Капитан. Джек Воробей. Вот серьезно, прям как он себя ведет. Я не удивлюсь, если, убежав за кадр, он прыгнул свою черную девяточку и врезался в дерево. Ха-ха, ну вот ты попался, Джек Воробей. Мы пришли за твоими сокровищами, ромом и наркотиками. Какими наркотиками? Знаете, помимо уже заебавшего всех челябинского метеорита, в небе России наблюдается очень много других интересных событий. И сейчас речь пойдет об очень серьезном. Совсем недавно нашими учеными был обнаружен неопознанный летающий объект. Вот слова экспертов по этому поводу. Хуя, что такое летит-то? Ты хуя, значит, да хуй летит, а хуя. Самолет одну ножку полетел. Летит, да. Хуя самолет. Хуя, ты хуя, охуел, что ли, самолет? Я звуковой, что ли, нахуй? Хуя, он горит с каким огнем, ёпта. Хуя низко летит, блядь. Они моргают, нахуй, самолеты-то. Эй, привет, блядь! НЛО, нахуй! Свежки пожрать, чувак. Вот смотри, ей похуй летит и до пизды, ёпта. Да, Мария, я процитирую последние проясняющие всю ситуацию слова. Ей похуй летит и до пизды, ёпта. Конец цитаты. После этого специалисты удалились к палатке шаурмой и теперь громко распевают песню Григория Лепса «Рюмка водки на столе». Мария? Какая нахуй Мария? Ладно, неважно. Мне очень нравится, как вначале они пытаются понять, что же это такое. Хуя, что такое летит-то? Ты хуя, значит, что такое летит-то, хуя? Самолет одну ножку полетел. Летит, да. Хуя, самолет. Хуя, ты охуел, что ли, самолет? Я звуковой, что ли, нахуй? Хуя, он горит с каким огнем, ёпта. Знаете, меня это на одну мысль навело. Если бы Супермен появился не в Америке, а в России, его хуй бы узнали. А, смотрите, что это там в небе? Это птица! Это самолет! Ты охуел, что ли, самолет? Он горит с каким огнем, ёпта. А дальше разговор выглядел бы примерно так. А, бля, точно, это этот, как его, Бэтмен. Ты охуел, что ли, Бэтмен не летает, он на машине ездит. Это этот, как его, сука, бля, ты что, опять мои сигареты, что ли, куришь? И, кстати, пацаны реально четко поприветствовали пришельцев. Эй, привет, блядь! НЛО, нахуй! А инопланетяне чисто у себя такие на корабле. Ха, здорово, пацаны, ебать, чё, как, чё, почём, ёпта! Ну и, конечно же, мне дико понравилась вот эта просьба. Свежки пожрать, чувак! Представьте, всего, что можно было попросить у внеземной цивилизации, ну, например, какую-нибудь крутую космическую технологию. Пацан попросил пожрать. Пожрать! Хотя, я думаю, гости из космоса его не обломали. Слушай, да скинь ты ему пожрать, а то не отстанет. Ну окей. И вот так, ребята, на земле появилась шаурма. Как вы думаете, как выглядит передутый баскетбольный мяч? Наверное, как-нибудь вот так. Нет, не так, наркоман хуй. Он выглядит абсолютно так же, как и обычный баскетбольный мяч. И мы сейчас в этом убедимся. Damn. Listen to. Бля, чё за хуйня? Почему чувак с камерой так злорадно смеется? Это типа была его злая шутка? Я представляю, как он все это планировал. Блять, этот засранец постоянно переворачивает туалетную бумагу концом к стене. Это же неудобно. Как бы его проучить? Точно. Я перекачаю его баскетбольный мяч, и он взорвется прямо у него на глазах. Этот злобный план просто дьявольски гениален. Listen to. Не, ну реал, что у этого парня со смехом? По-моему, этот чувак более противная и злобная версия Нельсона из Симпсонов. Слышь, ты что-то какой-то грустный сегодня, что-то случилось? Да так, фигня. Просто сегодня утром кто-то крем от геморроя зубной пасты подменил.
И самое главное, что зацепило меня в этом видео, это звук взрыва меча. Какой-то он чересчур мощный. Я думаю, с мечом все было в порядке, он не был перекачан. Просто наш резиновый друг не тем людям дорожку перескочил. Вот его и заказали. Я очень люблю удивлять и радовать вас. Хотя удивить сейчас уже вряд ли получится. Ну, потому что вы уже видели превью-картинку этого эпизода. Так что просто сделаю вам приятное и не буду тянуть. Встречайте, великий человек Вадим Викторович Демчок. Привет, Макс. Здравствуйте. Очень приятно. Обниму тебя. Теперь убирайся отсюда. Ну вот, теперь я почти Макс. Люблю играть своих друзей. Я знаю, что одна из любимых тем Макса – это ребята, которые немножко, ну так сказать, перебрали. Выражаясь простым языком – алкаши. Ну, моя тема. И сегодня для вас у меня есть очень оригинальное видео. Всем известно, что самая большая проблема для таких ребят, ну, помимо поиска самого алкоголя, это проблема встать. И сегодня мы с вами увидим настоящего бойца, который приложит все свои усилия для того, чтобы победить в борьбе с гравитацией. Ну что ж, для начала неплохо. Ну, то есть всего с трех попыток ему удалось сесть. Вообще вставание пьяного человека делится на три этапа. Сесть, встать на корточки и подняться. Но сейчас это так не важно. Все это так тускло по сравнению с тем, как он начал подниматься. Он мне напоминает терминатора. Упоротого терминатора, который только что переместился во времени. Ну, или это похоже на начало какой-то молодежной американской комедии. Привет! Чувак, которого вы сейчас видите, это я. Меня зовут Джефф. Вы в это не поверите, но мне всего лишь 18. Просто вчера вечером мы с ребятами решили потусить, а дальше я ничего не помню. И сегодня мне предстоит это выяснить. Бля. А дальше мужик начинает творить, ну, совершенно непонятное. Точнее, понятное, но только для него. Не знаю, как вам, но мне кажется, что он вспомнил свои армейские годы. Я просто не знаю, что еще могут означать эти таинственные перекаты. А что, если ему кажется, что он горит? Вот он и катается по земле. Нет, это может быть все, что угодно, но точно не метод передвижения. Так как никакого прогресса, то есть движения вперед, здесь нет. Как он прокатился на метр вперед, так на метр назад он и откатился. И вот, пожалуй, мой самый любимый момент видео. Великая и сладостная победа! Ладно, я солгал. Ну, вы посмотрите на него. Он же в мясо. Какое встать, он даже ползти не может. Будьте уверены, еще часов 5 он оттуда никуда не денется. По правде, это просто настоящий спортсмен. Просто после тренировки у него так сильно мышцы болят, что он даже пошевелиться не может. Макс сделал свое дело, Макс может уходить. Макс, изыди, покинь это бренное тело. Хм. Даже если ты попал в кадр случайно, жизнь уже кино. Если тебе надоело смотреть то, что делают другие, снимай сам. Стань сам оператором реальности. I'll be back. Оператор реальности — это не просто фильм, это кино, в создании которого может принять участие каждый из вас. Всем, кто смотрит кино и хочет сделать его лучше для всех талантливых людей, такая возможность открыта. Мы собрали команду. Вместе с вами, большинством голосов, мы определили жанр фильма. Фантастическая комедия или комедийная фантастика, как хотите. Короче, присоединяйтесь к группам «Оператор реальности» ВКонтакте, Фейсбуке и Твиттере. Знакомьтесь с правилами, принимайте участие и действуйте. «Оператор реальности» существует уже несколько месяцев. Многое сделано,
Но впереди еще большой путь создания. Делают фильм, конечно же, профессионалы. Но авторы лучших идей войдут в команду в качестве ассистентов и помощников. То есть получат реальный опыт кинопрактики. Подробности в кинонахе. Что так и называется? Вы всю неделю думали, что же показывают эти ребята. Было очень много вариантов, но мне понравились вот эти. А вот этот особенно хорош. А теперь правильный ответ. Мы, конечно, показываем русский альтернатив боулингу. А следующее видео на интерактив нам прислали вот эти ребята. Привет всем, угадайте, кто я. Ваши самые интересные догадки, а также правильный ответ мы покажем в следующем эпизоде. Присылайте не мне, Максу, видео ответом на YouTube или на это мыло. Все, что сами хотели показать, и чтобы это появилось в интерактиве. И не забывайте, что на сайте Карамбы каждый четверг выходят эксклюзивные эпизоды плюс 100-500. Ставьте большие пальцы, если они у вас есть, и подписывайтесь на новое видео. Это был плюс 100-500. Меня зовут... А как меня зовут? Оператор реальности начался. Каждый может стать киногероем, режиссером, продюсером. Стань сам оператором реальности.